Это мы приехали в Березовую Старицу в магазин. Вот зашли, и я показываю саму деревушку. Она небольшая. Сейчас мы проезжали красивую речку, а также будет мост. Ну, очень мне понравилось, поэтому решила. Речки я вообще люблю, поэтому засняла тоже вам красоту. Посмотрите, как красиво, как зелено все. Речка, природа, дорога. Скажите, ведь классно. Мне вот, например, очень классно. Я прям душой отдохнула на этой рыбалке. Красота! Сейчас мы заезжаем на Чердынский, по-моему, так называется мост. Очень красиво, мне очень понравилось. Вообще, мост такой, оказывается, большой. И речка. Ну, а через красные перила плохо видно, но саму речку вы видите. И вот вообще красота. Там столбы высокие, фонарики на столбах. Вот вечером, наверное, красиво, так как мы ехали еще днем было, поэтому не видно было. Говорят, там ночью вот эти столбы, фонарики все горят. И очень красиво получается. Вот хотелось бы этого тоже когда-нибудь увидеть, но надеюсь увидим. Поляна какая красивая. Короче, природа. Природа всегда красота. Скажите ведь. И вот сейчас мы проезжаем Чердынский этот поворот. Ну вот саму Чердынь-то мы не заезжали, а мимо проезжали. Ну, тоже. Дома тут, кстати, вот сейчас, где мы едем, тут попадались старые разные домики. Очень даже, кстати, красивые, поэтому посмотрите внимательно, потому что некоторые дома я прям засняла, но очень старенькие некоторые образца домики, такие интересные, маленькие. Конечно, интересно ездить по деревням, которые ты еще ни разу не был и не знаешь. Ну вот, сбоку, видите, мост постаралась показать вам тоже. Красота. Но на обратном пути лучше оно заснимется. Ну вот пока так. Ладно, едем дальше. Остановились возле церкви, ребята. Вообще, смотрите, какая красота. Какая у них церковь. Слушай, а там это же музей. А, вы фоткаетесь пока? Ладно. Сейчас меня тоже сфоткают. Попрошу. Красота. Вот, ребята, я в Чердыне. Красота. Вообще прям красота. Неумолимая. Сейчас меня сфоткают тоже. А потом можно же как-то сделать фотографии, чтобы было красиво. Чтобы только колыши не бери. Улыбайся. Красота. Да, такой нет.
Ребят, смотрите, заяц вдалеке бежит. Я вижу. Улетели. А сейчас оттуда иди. Речка, утка улетела. Они туда улетели, блин.